Саш, как капитан, резюме сегодняшней игры, резюме вот этих двух игр твоими глазами? Ну, впереди немножко надо острее играть, стараться больше играть в атаку. Поэтому, соответственно, тяжело даются пока голы. Вот, надо над этим больше работать. По защите 4 матча на 0. Можно ли еще играть лучше, на твой взгляд? Ну, конечно, можно. Все равно там сегодня нам в штангу попали. Вот, поэтому сегодня, в принципе, вообще полностью новая линия защиты была. Поэтому немножко сложно было. Вот, если в общем брать, то, в принципе, в обороне играем лучше, чем в атаке пока. Скажи, что не получается с первых минут, то вот поединки и в предыдущие, и нынешние, получается так, что соперник больше мяч контролирует, владеет инициативой поначалу? Ну, опять же, то есть мы, в принципе, это им позволяем делать, да, то есть стараемся встречать на своей половине, чтобы были зоны, куда выбегать, поэтому в этом нет ничего такого, все нормально, все под контролем. Месяц до Люксембурга, над чем надо подумать прежде всего, над чем поработать каждому футболисту вот так в отрыве пока от сборной? Ну, постараться, опять же, подойти в хороших кондициях, это во-первых. Вот, а во-вторых, ну, где-то, опять же, постараться больше играть в атаку, наверное, больше в созидание, вот, и тогда будет результат. Как игралось на стадионе «Динамо»? Как тебе болельщики, слышно ли вообще их сейчас на стадионе на новом «Динамо»? Игралось все хорошо. Спасибо, что приходит, болеет за нас. Спасибо, удачи.